Мастер Тахарка? Я Баек из Сивы. Да, я Тахарка, архитектор Саиса и управляющий в Летополисе. Я знаю твою семью. Говорил с женой. По ее словам, ты знаешь что-то о Скоробее. Здесь говорить не стоит. Кто-нибудь может нас подслушать. Идем внутрь, и я отвечу. Твой сын гордится тобой и скучает. Скоро свидимся. Вот бы каждый из моих потомков продолжил мое дело. Этот мир создается мечтателями. О чем мечтаешь ты? Мне нужно найти Скоробея, а не мечтать. Скоробей ищет слабых. Мне он не страшен. Ты не боишься Скоробея, Тахарка? После того, что он сделал с твоим тестем? Мне безумно жаль старого Гупу. Именно труд всей моей жизни навлек на него эти беды. Да простят меня боги. Мастер Тахарка! Они снова напали! Баек, помоги мне! Ветер крепчает. Хорошо. Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Держись рядом! Не дай им окружить тебя! Я не позволю уничтожить мои труды! Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Лучшие войны Египта! Ну, Миджай, надо биться! Живо, убей их! Вперед! Защитите свои дома! Меджай! Карай их мечом правосудия! Баек! Остерегайся бури! Надеялись, что мы поставим брюхо, а зря вас встретят наши мечи! Отличный евнух.
возомнили себя львами, а надели шапки! Баек, нападай! Будь рядом, Баек! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Как стараешься? Хочешь победить ее? Видна рука мастера из деревни Сау. Змеи Сераписа — оружие, достойное богов. Баек, ты разил их, как зуб Себека! Идем с нами! Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас! Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда! Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скоробее и езжай. Долг Меджая — защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся! Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Ну, Баек, нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор и зальем их кровью всю пустыню! Ахэ-дахэ! Разойдись! Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, Баек. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты их? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят этого. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Разойдись!
держат в клетке. Сжалься, освободи меня! Прошу! Подожди. Когда все стихнет, тебя освободят. Обещаю. Кажется, сверху обосновались бандиты. Благодарю, Байк. Я думал, что моим мечтам не суждено сбыться. Ты же дал мне силы, чтобы победить грабителей. Кто они? Одержимые слуги Сехмет, богини войны. Им нужны лишь хаос и разруха. Они со Скоробеем? Нет, они мнят себя львами, а на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим, и я расскажу тебе все, что нужно. Да благословит Птах тебя и того, кто спас. Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Я думал, дорога до Литополиса безопасна. Теперь да. Угроза миновала. Так ты и в Мэнфисе? В Мэнфисе много жрецов. Там я не нужен. А Литополис возродился. И все благодаря тебе. Байк, а ты видел песчаную бурю? Идем, отец пригласил тебя на ужин. Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов, и гиену, и кучу песка. Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину.
Это похвально, почитать отца, Кавап. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Сену. Айя. Где ты, любовь моя? Хему. Я подвел тебя. Прошу, прости. Скоро незримый проведет меня сквозь вечную тьму. И я окажусь в полях Иалу. Каково это? Пронзить меня? Смотреть, как свет угасает в моих глазах? Орел никогда не схватит змею своими когтями. Они убили Египет! Ты понимаешь? Поди ниц перед царем, египтянин! Помогут тебе боги. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее, пока ветер не замел все следы.
Сначала мне нужно вернуть свое оружие. Слишком жарко. Я сбился с пути. Сперва оружие, потом скарабей. Стража держит ухо востро. Пусть бы оставались в тенях.